Всем привет! Димаш Кудайберген выступил на шоу талантов The World's Best в США. Он покорил американскую публику. И вот видео выступление появилось в интернете. Певец из Казахстана Димаш представил, пожалуй, свою одну из самых лучших песен SOS на Ютубе. Она, ну, просто взрывает по просмотрам. Так вот, американские судьи на шоу The World Best поставили 98 баллов из 100 возможных. Сама же программа транслировалась по всему миру. Были, конечно, какие-то ограничения. В некоторых странах нельзя было посмотреть. Но вот в Лос-Анджелесе трансляция была 6 февраля. Американское шоу The World Best о талантливых людях. В жюри в районе 50 человек. Это эксперты из разных областей, причем со всего мира. Главный приз The World's Best – $1 000 000. Его получит тот, кому присудят титул «Лучший в мире». В общем, пожелаем Димашу удачи. Певец действительно достойный. Такой гонорар, такой мощный. Такая сумма $1 000 000 явно ему не помешает. Я напомню, в этом году у Димаша планируется концерт в США, причем в Нью-Йорке, также в Москве, в России. Также говорят, тут ходят слухи, что приедет он и в мою родную Беларусь, в Минск. Если это так, я обязательно жду его в этой студии. Мы снимем интервью. Кстати, если кто не видел, вчера я снимал интервью с финалистом национального отбора от Беларуси на Евровидение. Зовут его Михаил Сосунов, он же Михаэль Сол. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Спасибо большое, что со мной на этом канале. Я ценю и люблю каждого из вас. Вместе нам с вами будет интересно и весело. В общем, счастья вам, успехов и только шикарного настроения. До встречи!